22-летняя Ольга Зуева рассказала, как они с 34-летним Данилой Козловским решили назвать своего ребенка. Звездная пара выбрала для девочки французское имя. Проживающие в США актеры больше месяца раздумывали над тем, как назвать свою долгожданную дочь. Сегодня Ольга рассекретила ее имя. Молодая мама показала романтичное фото. Данила сфотографировал возлюбленную с дочерью на руках у окна. Девушка обернулась и с улыбкой посмотрела на своего гражданского мужа. Ее зовут Ода Валентина. I am falling to pieces every time I say her name, я разрываюсь на части, когда произношу ее имя, перевод с английского, пояснила Зуева. Ода считается французским именем. Его значение очень богатое. Поклонники звезды фильма «Легенда номер 17» и его любимой девушки высказали восхищенные отзывы от снимка и необычного имени девочки. Очень красиво и символично. Здоровье малышке, такая нежность двух прелестных девочек. Счастьем наполнена фотография. Ода вашей любви, красиво восхитительное имя. Как красиво и сказочно. Написали фолловеры. Отношения между Данилой Козловским и Ольгой Зуевой начались в 2015 году. Актеры живут в гражданском браке с 2016-го. Ольга поехала в США осенью прошлого года, а Данила прилетел к ней в феврале. Зуева 2 марта сообщила о рождении дочери. А недавно она впервые после родов снялась обнаженной.